Всем привет! Сегодня на операционном столе у нас перфоратор типа пистолет, модель HR2450. Клиент жалуется на слабый бой. Ну что, будем разбирать, смотреть, что могло стать причиной. Первоначально снимаем ручку переключения режимов, ставим ручку в режим сверления, берем отверточку, слегка поддеваем ее, ставим чуть сюда, проворачиваем, находим такое положение, что она выходит своими пазами. Дальше раскручиваем четыре самореза, которые держат вторую половину корпуса механического механики. Так, теперь особое внимание обращаем на то, берем отвертку, вставляем в это отверстие для переключения режима и толкаем механику в сторону якоря. Это нужно делать по той причине, если вы будете растягивать лево-право, у вас, скорее всего, выйдет механика с якорем, и вы порвете щетки, которые вы еще не вытащили из шахт. Можете повредить якорь. То есть делаем вот так вот, чик, и туда выталкиваем механику в правую сторону. Вот. Уже вышло. Вот. Вот. Все, теперь придерживаем, чтобы якорь не вышел. Добрый. Так, вот саморезы, вышло. Что мы видим? Малое количество смазки, конечно, здесь с нуля. Как купили перфоратор, смазку он в профилактике не видел, уже началась подъедать червячная передача на якоре. Ну ладно, это не критически, он еще поработает. Что здесь? По бою видим. Вот. Очень легко вылетает боек этот. Ну вот смотрите. Первое. Отсутствие смазки. Второе. Большая выработка компрессионного кольца. То есть все это лечится заменой компрессионного колечка и нанесением новенькой смазки. Сейчас посмотрим, что у нас есть в наличии. Это не то. Сейчас что-нибудь подберем. Это получше, но слабовато. Большое. Так. Короче, ребята, чтобы я вас не утомлял, это тоже маленькое. Меняете компрессионное колечко,
наносите смазку внутрь цилиндра, вставляете поршенек, либо боек, как его там правильно вы будете называть. Ну, конечно, когда поставите колечко, смажете его тоже хорошо. И уже после сюда установки вы еще немного смазки нанесете сюда. Вот так вот. И будет отличный бой. Так что, ребята, удачи вам в ремонте. С Makita 2450. Всем пока.